нюхает табак и пьет воду. Всегда в черном. Ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь, а как? Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых неинтересных. И оттого у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще, что вы за штучка. А мне бы хотелось оказаться на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как ощущает себя известный человек, как чувствуется на эта известность. Как? Должно быть никак. Об этом я никогда не думал. Что-нибудь из двух, или вы преувеличиваете мою известность, или же она вообще никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Когда хвалят приятно, а когда броня, то потом два дня чувствуешь себя не в духе. Ой, чудный, чудный мир. Если бы вы знали, как я вам завидую. На черепе людей различен. Одни, они всю жизнь влачат свое несчастное существование. Они серые, похожи друг на друга. А вы один на миллион. Вам выпала жизнь интересная, полное значение. Вы счастливы. Секундочку. Борис Алексеевич. Вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Впрочем, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Мозоль мою, самую любимую наступили. Мозоль мою. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну, с чего начнем? День и ночь. День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. Едва только кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью. Пишу непрерывно, как на перекладных, я иначе не могу. Что ж здесь светлого и прекрасного, я вас спрашиваю. Я ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове. И спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую. А вот пригодится. Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, тут бы отдохнуть, забыться. А нет! В голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет, новый сюжет. И так всегда, всегда. Нет, не покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю какому-то пространству, я отбираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые держат себя со мной, как со здоровым? Что подписываете? Чем испытаете? Одно и то же. А все годы, молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, чувствует себя неуклюжим, неловким. Нервы у него напряжены и сдерганы. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Как это ужасно, какое это было мучение. Простите. Но разве самый процесс творчества не давал вам этих прекрасных, счастливых минут? Да, когда пишу приятно, и корректуру читать приятно, но едва только вышло, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, что это ошибка, что его не следовало бы вовсе писать, а публика читает, да. Да, мило, талантливо, мило, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. Так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, больше ничего. Как умру знакомый, проходя мимо могилы, будут говорить, здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева. Простите, я отказываюсь вас понимать. Мне кажется, вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть. Непреодолимое желание писать, но ведь я не пейзажист только.
Я ведь еще и гражданин. Да, я люблю родину. Я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем и прочее, и прочее. Я говорю обо всем. Я спешу. Меня со всех сторон подгоняют. Сердятся. Я мечусь из стороны в сторону, как лисица, загнанная псами. Я вижу, что жизнь и наука уходят все вперед и вперед, а я все отстаю, отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов понимаю, что я умею писать только пейзаж. А во всем остальном я фальшив до мозга костей. Борис Алексеевич, пусть вы не нравитесь себе, но для других вы велики и прекрасны. Вот если бы мне выпало счастье быть такой писательницей, как вы, я бы всю свою жизнь отдала толпе, но понимала, что ее счастье только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице. Агамемнон я, что ли? Это такое счастье, как быть великой писательницей или актрисой. Я бы перенесла все, мне любовь близких, нужду. Я бы жила под крышей, ела бы черный хлеб, но за это я бы потребовала славы, шумной, великой славы. Ой, голова закружилась. Борис Алексеевич! Меня зовут, должно быть, укладываться. Не хочется уйти, что и благодать какая. Хорошо. А вы видите на том берегу дома сад? Да. Я там выросла, это усадьба моей покойной матери. Я знаю на ней каждый уголок. Хорошо у вас тут. А это что? Это чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Правда, не хочется уезжать. Буду говорить, Каэлине Николаевне остаться. Записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая как вы. Любит озеро, как чайка. И счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее. Как вот эту чайку. Ой, Борис! Борис Алексеевич, ну где вы? Сейчас! Что? Мы остаемся! Thank you.
рассказываю, как писателю. Может, как...